Привет, амигос! Снова вы, снова я, и снова продолжается на редкость годный слэшер Metal Gear. На самом деле, это, наверное, один из лучших слэшаков. Из всего, что я видел, он намного круче отвратного куска дерьма под названием Devil May Cry 4, Кастельвании, Хуянии и вообще, наверное, ну, только God of War может немножко проигрывать, и то только потому, что богов убивать круче, чем курицеподобных роботов. Поэтому я негодую от комментаторов, которые считают, что если я похуесосил разработчика в момент, когда у меня пердак бомбит, типа, значит, что мне игра не понравилась. Нет, блять, просто когда жопа горит, тогда жопа горит. Тут эта коробка, как вообще она может помочь? Я так понимаю, это отсылка, наверное, к Metal Gear Phantom, к параллельному, короче, Metal Gear, где в картопке стелсовать можно было. Редкостная хуета, конечно, а не механика. Ну и вот. Еще мне нравится, что в комментаторах у меня сидят вообще одни сплошные киберспортсмены. Они охуенно играют вообще во все игры, какие только вышли. Кругом сплошные чемпионы и нагибаторы, которые, блядь, знают все обо всем. По сравнению с которыми все кругом нубища. Слушай, а что, он меня не видит, что ли? Сейчас он... О! Ёб твою медь. А я уже думал, сейчас замес пойдет. Так, ну не видит и не видит. С ними драться-то дело гиблое. Давай. Да ёб твою мать, все. Пожалуйста, побежали отсюда нахуй. Эти слоны. Мой киберглаз натянут на мою киберзадницу. Райден, на основе информации, представленной мальчиком, я принял. Да, но мальчик — это достоверный источник информации. Я предлагаю всецело ей довериться. Это что за хуйня? Я предлагаю подойти и узнать поближе, что это такое. Давай, давай. Мне пох, я царь и бог. Давай драться, сучка, твою мать. А нихуя, против огнемета что, блока нету? Так, нахуй, ну-ка погоди-ка, блядь. Это уже что-то из Сюржа пошло, по-моему. Ну хули, я половину-то отблочил. Слушай, блядь, невозможно с ней пиздёхаться нормально, неадекватчина какая-то. Да, распидорил. Не, ну огнемет — это чит. Я администрация, я требую забанить этого робота нахуй. Блять, и этого тоже требую забанить, сука. Да ёб твою мать, ну серьезно. Бег ниндзя, походу, единственный способ. Не хватает тут немножко разрубания на части вот этого куска говна. Эй, металлический шайтан, сдавайся. Ну, блядь. Не, серьезно, что делать, когда огнеметом тебя жарит? Ебстать всех наверх! На, сука. Да, подсказали в комментах, что надо жать режим клинка, когда появляется этот иероглиф. Вот странно, что в обучении вот этого не было. Я не знаю, может, тут несколько раз надо запускать обучение. Я один раз запустил, прошел. Мне сказали, как блочить, как бить. О, ёб твою мать, хули ты тут делаешь? Не знаю, нахера я ударил эту коробку. Ну да, это отсылочка, видимо, я не знаю. Так, это уебище ушло. Оно ушло. Значит, не понял, а куда мне идти? Сюда, что ли? Нет, наверное, вон туда. О, там что-то наверху, тихо.
Тут совершенно нихуя непонятно, как туда залезть. Пиздец. Так, надо подкараулить этого. Да, подкараулил. А-а-а, сука, пошла ты в жопу, мразь. Нет? Нет. Так, он мне что-то там отправил, но я провафлил, что именно. И что с ним делать? А, вон. Так, ну-ка, погоди-ка, я. Хуйня на ножках. Тебя ждут пиздюли. Что-то я случайно нажал, походу. А, ёб твою мать. Подкачки, ёпты! Нихуя не понял. А чё он взорвался? А чё он взорвался-то? А точку G у него вырезать? Так. Опять эти, сука, турели обоссанные. Получи, получи. Рядом с ней по воздуху погиб. Ха-ха-ха, придурок, бля. Так, наказать, наказать турельку. Блядь, заебали эти турели, серьезно. То, коробка, блядь. Ну-ка, что там в ней? Серьезно, нахер он коробки собирает? Только не говори, что это какой-то расходник новый, охуительный. Да ёб твою мать. Внутренняя биржа металлической фольги предназначена помочь сохранить температуру внутри коробки. Ее содержимое от инфракрасного зрения делает ее отличным местом, чтобы спрятаться от БПУ и киборгов. Да, ну понятно. Игра из вселенной Metal Gear не может существовать без коробки. Одна из самых глупейших, наверное, механик за всю историю игр вообще. Отчего я и не стал играть Phantom Pain. Две причины. Коробки и лошади на воздушных шарах. Я не знаю, было бы мне лет 10, я бы, может, в это играл, но... Блять, да вы можете мне не звонить? Пошел, сука, и вот яйцеголовый. Какой-то карикатурно-стереотипный ученый. Говна? Главное, пишет, что говна? Говна. Бля, я не хочу ни к чему коннектиться. Я здесь, чтобы, блядь, драться в стиле охуительного ниндзя. Дайте мне просто нового босса. Я хочу челленджи, я хочу испытаний тут. Не самая плохая боевка. Драться круто, драться весело, задорно, интересно. Но заниматься всякой стелсовой херней в такой игре, чё-то, ну вообще желания нет. Так, вот этого, пожалуйста, зафокусите гражданина. Ебыкс! Нахуй скрытность, я мистер Молния, я пришел пиздиться со всеми подряд. Прятаться вообще не мой метод. Нужно больше замесов. Ах ты мразь, блядь. Ах ты пропидор конченый, иди ты нахуй, ёб твою чёрт, блядь. Эй, ёб твою мать. Вот это посос на самом деле, он мне не дал аптечку, я должен был. Тихо-тихо.
еще есть шанс, нет, шансов нет. Да, я помню, что если поставить аптечку в слот, то, блядь, она будет сама тебя лечить. Нахуй не надо, надо копить аптечки на бои с боссами. Я считаю. Вот сейчас меня игра меня наебала. Я его разрубил, она не дала мне вытащить хилку из его позвоночника. Она мне всю стратегию сломала, мразь. Давай, я должен пройти это место с залихватским галопом. Вперед, Зачапаева, нахуй! Вау. Блять, ну как она попала? Пизда, мразь, блядь, свиноебище. Иди-ка сюда, нахуй. Давай, давай. Да ёб твою мать, ну вот нахуя ему такая уешная, блядь, атака, ёб твою мать. Вообще нахуй. Бля, блок мастерски въебал, да? Причем ее нельзя пиздить, когда она это кастует, что ли? Бред, блядь. Так, нахуй. Дай-ка нахуй хилку мне. Опачки. Блядь, это какая-то нахуй охуевшая курица совсем, блядь. Что пизда. Копыта ей, блядь, отрезал. Заебала вот эта хуетень меня уже, честно говоря. Блядь. Ладно. Я вас понял. Ну, ну ёб твою мать, ну... О, блядь. Не, все хорошо, только вот, блядь, нехорошо, когда они эми кастуют. Вообще, вообще, я считаю, что они и без этого бы нормально обошлись. Но она же посинела, что она не рубится-то? И встали. Подожди, а что с ним? Алутик. А, внутри каждой этой хуйни сидит вот такое говно. Ремонтный набор. Мне нужен ремонтный набор моей жопы, то бишь хилка. Мне остальные наборы как-то не особо тут интересны. Б, ну все, Б это уже солидно. Это почти как А, только чуть похуже. Райден, а, подожди, усилить безопасность, то мог закрыть внешние сетевые подключения. Please do. Постарайся остановить. Чего остановить? Я не успел бы даже прочитать его, блядь, ход его гениальных мыслей. Судя по скорости пиздоболения, он, наверное, откуда-то из Москвы. Вау, это что, шлемы? PlayStation VR 2, наверное. Ну да. Подожди, я он зашел в эту комнату, чтобы выйти оттуда, что ли? Серьезно? Блять, вот это промах вообще, досада ебаная.
Разрывали тебе! Сука, в очко дуплили ты. Подожди, нахуй, да тут церкви. Бля, у них в бою инициативу хер перехватит. О, смотри, мой пол ебало отрубил. Сука, прям эквилибриум. Слушай, вообще, по-моему, проще всего их подходить, фокусить и нахуй. Вообще с ними драться нет смысла. Просто подходишь, фокусишь. И вырываешь себе хилку. Уникальная механика, конечно. Это как если бы в The Surge были одни добивания вообще без рукопашек. Ранг А. Блять, я прям в первый раз А получил. Там были целые ряды мозгов для киборгов. Органы из детей? Are they making these kids into cyborgs? Wait, the cyborgs you've been fighting, did they seem like they might be kids? You said earlier that child soldiers have a telltale approach to combat. Yeah, but I didn't see it here. Я не знаю, дети там или не дети, но меня они хуярят вполне по-взрослому. Desperado's just doing the surgeries there? We've got to do something about all those brains. And the other kids George was talking about. He just escaped a few hours ago. They couldn't have taken all their brains out that fast. True. There could still be a bunch of kids they haven't touched yet. I better move. Господи Иисусе. Еще и детей приплели. Найдите мини-гекко. Что такое мини-гекко? Погоди-ка, а там дырка в стене была, нет? Что если я вот так сделаю? Да. Ничего. Две оставшиеся курицы на бой решили не выходить, да? Так, Валхак. Я что-то не понял, блять, куда идти опять? Оу. Самонаводящийся VR какой-то. А, опять сюда. Я что-то нихуя не понимаю. Могли бы на карте пометочку сделать, что-нибудь мне хотят. Я буду играть этим покеболом. Прыжок, рывок. Никого не смущает что-то? Ебанинка тут бегает. Так, подожди, а нахер мне битва, если меня-то не трогают? Я какой-то терминал должен найти, как я понимаю, не? Ну ладно, ради интереса, давайте. Получи пощечину. Яичную пощечину. А, больно, нравится, трус, сдаешься, сука? Пиздык, нахуй. Ну ты царь. Как можно бить шар с руками? Ты ёбнулся. Я робот правильный, блядь. И мне нельзя. Слушай, я нихуя не понимаю. Вот ну не миссия, блядь, а говнисия какая-то, сука, конченая. Ой, блядь, он еще и падает. Такой вот хуй. А если я зажму?
Нет, у него, блядь, атака с передка там просто хуйня. Я не понимаю, что я, блядь, ищу? Хранилище данных. А вон на карте есть какая-то залупа. Если это вообще, блядь, можно картой назвать. Наверное, надо дать. Получи. 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 Сука. Так, мне нужен был не он. Да хватит, блядь. Куда-то сюда. А, ёб твою мать, какой-то очко хер найдешь просто. На, получи, системник. Получи пощечину. Этот терминал, скорее всего, предназначен. Хуй там Макси USB, ёпты. А, не, нормально, подошло. Визуальный холодный киборг часовых. Угадай, кто показался. Кто? Гадаев этот из прошлой серии, как там? Ну, угадай, кто показался, кто? О, 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 дредноут местный. Реально, он похож на дредноута из Людей Икс. Их миллионы. Это чё, блядь, за страна такая? Сомали? Текумсе навязчивая сучка. Навязчивая сучка. You see that, Kev? Inmani's killer. Desperado's chief of operations goes by Sundowner, the Californian wildfire. The kids. Think we're too late? Бля, тут столько ненужного пиздежа в этой игре, просто, бля, борода. Надо нахер запретить давать героям в играх телефоны, блядь, или другие средства коммуникации. Дисциплина детей. Ты хочешь биться, тварь? Это не туда. Интересно как. Чётенько. Ну и добивание, конечно, тоже могли бы быть побыстрее. Кто уже, блядь, заебывает, смотри, как у них вырывает. Однотипно и однообразно очень. Он вырывает у них эту херню из позвоночника.
Но просто это все равно быстрее, чем вот так его бить. Блять, вот этот хинт, он убил нахуй вообще всю боевку с этими солдафонами. Они вообще ничего не могут, импотенты. Ах ты пидорас. Сука, так, такое комбо джекичанское прервали. Единственное, в чем Devil May Cry лучше, чем эта игра, это то, что там комбинации более такие удобоваримые. И там они намного больше, более нужнее, чем здесь. То есть, ну это я про пятый говорю. Четвертый это хуйня. Потому, не про пятый, который перезапуск. Вообще обычно на Ютубе пишут, что это Devil May Cry 5. Когда я написал, мне прям... Некоторые стали так возражать, что не пятый, оказывается, а какой-то хуй знает какой там. Нулевой, наверное, по их логике. Ай, нахуй, не знаю, что там светится. Вот там комбо, конечно, интересные. Менять пушки во время боя. Блять, да ты... Тебе-то что надо? А, ладно, ты звони почаще. Вебку чуть-чуть вниз на огне, а вырез плохо видно тут. Такая худышка, а шары, блять, ухо отвисли. Слушай, сучка, единственные дети, о которых хочу с тобой поговорить, это наши потенциальные дети, которых я готов попытаться заделать своим стальным членом. А бездонные вообще кого не волнуют, господи. Ай, блядь, ну что опять-то? Какой-то, блядь, трактор из Безумного Макса, который херачит тут. Подожди, вот была коробка какая-то, ящик хранения. Чё не так с тобой, мразь? Как его открыть-то? О! Голчи Болл. Чё, блядь, значит, протолкни его. Охуенно. Да, блядь. Трансформируюсь! Активация! Нихуя. Не, он машину мне больше нравился. Это чё, откуда это прилетело? Подожди, Оптимус Прайм, я нихуя не понял еще. Да, еще, кстати, здесь музон гораздо лучше, чем в Devil May Cry 4. Ну, в общем, вы поняли, что Devil May Cry сосущая хуйня. Мне просто нравится это повторять, настолько пососно эта игра оказалась. Блять, ну ракеты-то в жопу откуда? Что там лежит, эта хилка? Подожди, но у меня же в слоте стояла аптечка, нет? Сука. Ладно, давай попробую сделать это еще раз, мразина. Я просто с неполными хилсами драться начал, да конечно, блять. Этот робот напоминает мне что-то из, блядь, из могучих рейнджеров, по-моему. Или из Вольтрона, блядь. Не, по-моему, могучих рейнджеров, а каждый раз ведьма, блядь, какую-то новую хуйню собирала. Похожую на кучу шлака. О, пиздащи там, да? Он сочувствует тебе, бро.
Ах ты, пидор, бля. Да чтоб ты стух, сука, ну как так-то? Нет. На нахуй. Ну я не знаю, но я же жму блок, блять, ну ёб твою мать. Хватит орать мне нахуй в наушник, заткни ебало. Мешаешь мне, ну блять, ну ёбаный в рот. Охуенно начало, блять. Вот эта попытка можно уже, блять, делать рестарт. У тебя. Бля, просто ебстаю, давай уже. Бля, вы смотрите, это комбо шедевропад. Бля, а чё взорвалось-то? Куда меня повернуло? На какой хуй меня туда повернуло? Блин, ты хуй угадал, бля. Пиздец. Я требую убийства его без аптечек. А как, блядь, буква-то, в честь чего на экране вылезала? Почему сейчас нету ее? То же самое, блядь, делаю абсолютно. Во. У тебя, бля, ванус. Сатанинское отродье. Блять! Блять! Не, я его заебашу. Я нахуй нихуя. Еще, блять, на говно на всякой аптечке буду тратить. Да пошел ты нахуй. Это вызов. Знаете, вот эти хилки на самом деле и лечение на паузах делает слэшеры, блять. Ну, не, вот боевки с боссами в слэшерах. Не очень интересные, в отличие от Дарка. Ну потому что, блядь, исход боя решает твой запас аптечек, сколько ты вот накопил. И если ты где-то всрался конкретно, всегда можешь загрузить какой-нибудь сейф, сэкономить хилки. Ну, блядь, я не понимаю, нахуй не понимаю. Блядь, пизда, я же жму, блоки твои ебучие. Они тут как-то, блядь, не срабатывают, что ли. Блядь. Сын проститутки, нахуй. Не, походу... Блядь, ну что вот это такое? Наложили каких-то бочек еще, ебаных. Блядь, нихуя не вижу. Камера, ахаха, прекрати, что ты делаешь, блядь? Опа! Все, это удачная катка. В самом начале я ему уже что-то снес. Нахуй ты машешь ты с этими, блядь, кеглями, ёб твою мать, утырок, бля. Бля, музончик неплохой, не знаю, слышно ли, я, в принципе, убавлял. Чтобы не орал. О, все, замес пошел. Бля, великий воин, ёпта, батя.
Не столько что, бля, у него здоровье полное до сих пор. Ах ты, бля, мразь. Отбил. Блять, а сейчас-то в чем проблема? Бля, он мне за раз 20% сносит. Хуй путала, ебаная. Так, что-то я очкую нахуй. Надоело мне, блядь. Без аптечек, походу, тут, блядь, не обойдешься. Да, вот сейчас бы умер уже. Ну хуй, сложность, дамаг, блядь. А, вот у него еще супер удар какой-то, бля, который он редко-редко делает. Да, он и какие-то, блядь, инвалидные. Свертухи, бля. Я все-таки не понимаю, у него меч вот вроде рубит, блядь, все на свете, а вот мои до этого вот я 5000 ударов, блядь, нанес. Почему же они ничего не отрубили-то? Ранг битвы Б. Все-таки не хватает каких-то уязвимых зон, чтобы можно было ему ногу в течение боя, бля, поранить, отрезать. Этого не хватает всего. Это заебись, что, конечно, можно въебать слоу-мошен и его раскрошить в винегрет, но как-то, блядь, не знаю. Вот целенаправленного отхуячивания какой-нибудь конечности, ну, по-моему, это всегда интересный элемент боевки. Not to mention the single largest investor in military cyborg R&D in the world. Guess that answers the question of who's backing Desperado. Marshall and Desperado in bed together should make for some fun headlines. Headlines? This is. Да. Я улавливаю суть игры. То есть ты побился с боссом, послушай диалогов теперь. Вот только разгонишься, возьмешь темп на боевку, блядь, на тебе звонок очередной. Вот посмотрите просто в течение одной миссии, сколько раз они названивают. Ну это, блин, мертвого заебет, серьезно. Блять, я представляю, если бы Геральту в Ведьмаке так же, блять, не знаю, какая-нибудь ласточка почтовая прилетала, и он читал, блин, там, не знаю, сообщение. Вот Ведьмак вот этим и хорош, что в Ведьмаке, блять, нет телефона, ему никто не звонит, блин. Посреди миссии пиздежом своему не доебывают. Бля, вы прикиньте просто сколько текста. Jesus, бра. Оскара за озвучку. О, подарочек. Блядь, беспонтовый ящик какой-то, блин. Так, подожди, нахуй. А чё он не рубится-то? О. Я уж волноваться начал. Думал, меня без хилок решили оставить. Ну давай. Вообще классные замки, тут вроде это какая-то безопасность, но, блядь, он на одну кнопку нажимает и все откроет. Блядь, иди ты нахрен, ну сухи ебал, ну серьезно. Бля, неужели вот это кому-то интересно слушать каждые 2 минуты, вот этот пиздеж, блядь, тоннами просто его льют здесь. Это не слэшер, это пиздоболдер какой-то, блядь.
So what are they freezing, and why? I could not say. Perhaps they plan to set off the organs of the children they were told to dispose of. Unbelievable. Знаете, японские игры, походу, делятся на две категории. Первая категория — это когда тебе постоянно в течение миссии названивают и разжевывают постоянно всякую хуйню. Типа, о, они похищают детей, о, вот тут вот, блядь, эти, хранятся мозги, глаза, если ты сам вдруг не видишь. А, вот тут вот, вот такие-то у них мотивы, вот это вот, блядь, вся хуйня. А второй вид игр японских — это когда вообще нихуя ничего тебе не говорят, ни одной записки, ничего. Это Bloodborne, блядь, Dark Souls и все в таком духе. Когда лор игры познается путем чтения описаний к предметам, блядь. Вот золотой середины в японских играх, походу, просто нет, блядь. Либо все как для дебилов, либо все как для Шерлока Холмса, нахуй. Расследуй. Shit. Ну все, пиздец, негритятам больше срать они не будут. Right. Джордж! Джордж, сраный ковбой. Heard of chloroform? I put an anesthetic in smaller doses. But breathe too much of it. And adios, muchachos. Break that glass, and I'll blow his brains out. Ну, одного мы потеряем, но спасем кучу других детей, как бы. Математика. The needs of the many or the needs of the few. Так я буду решать или нет? Don't worry about me, na. Quiet, pendejo. Pendejo. Я мистер Молния, я не хочу ничего решать, я хочу драться и давать пизды. Ну метни в него свой меч, ты же резкий. So precious thing. What if we can take this scunt to hell with me? Quiet. That's all I needed to hear. Stop it! Now! I'll kill him, I swear! Да как у ребенка хватило силы выкрутить руку взрослому? Мистер Молния уже летит, держись! А, полный пиздеж, я видел, что он не успевал. Монтажер, ты меня называла. Ну а Джорджа, у Джорджа что, башка слетела, нет? Блять, чё с Джорджем? Хорош! Чё за говно? Пиздец какой-то. Униформа мрячи. Стильная шляпа. Носить её, конечно, не буду. Да, кастомизировать тело Райдена срочно. А нового не завезли ничего? 20 тысяч за эту хуйню? Да пошли вы. Да, я с другой стороны, тут вот за эту хуйню 200 тысяч, блядь. Так, чё вообще прибавилось-то? Выносливость какая-то сраная. Может на меч копить, может нахуй это всё не нужно. Тут говно, блядь, одно. Лучше это проходит. Ну, умение тут, блядь, с такими комбами конченными. Обновленная версия программы управления кибертелом Райден улучшает скорость реакции внутри. Ну, я не понимаю, ну дайте описание-то какое-то, блядь. Вот что вот это такое? Нужно мне это, не нужно. Это вообще для руки, для этой ебливой. Перевороты в воздухе, молниеносно такой сверху, ничего другого. Ну не знаю, блядь. Вообще я уже в последний момент передумал, ну ладно. Все, в пизду. Я не буду покупать приемы, я хочу меч за 200 косарей. Я думаю, что это
Что-то другое тут не скоро появится. Да уберите вы свою нахуй мышку отсюда, к ебеням собачьим. Походу он и Джорджа разрубил, и детей не спас. Ты самый хуёвый супергерой, какого я знаю. The meeting is viewed as an attempt by the U.S. to strengthen relations amidst a surge of anti-American sentiment in the region. Yo, me ninja brother. George. Джордж, иди нахуй, не звони мне. Я думал, ты сдох. Never better, nah? No brain, no more for Star while them hunger space eat, and me never ever feel so awake, nah? А, он ему отрубил полтела. Он ему отрубил полтела, из него сделали полукиборга, что ли? Damn it, Doc. Sorry, kid. You'd just be in the way. Aw. Besides, I thought you didn't want to be a killer, right? Me don't, but... Killing isn't fun and games. Еще какая игра. Right. Какую ему мышцу пришили прям. Кибернетический бодибилдинг. Мистер Молния, тебя уже вон датчики какие-то обогнали. Ты включи там передачу-то. Yeah, just remember that. Sorry, Boris, it's done. Can't have a Maverick employee involved in a corporate raiding now, can we? You could at least come talk to me. No. Boris. It was time to break away from the old team, Boris. Past time. You cannot take on Marshall all by yourself. I won't sit by while they butcher little kids and ship their parts around like meat. It's sick. It's not all so simple, Ryder. They import those brains legally. For medical purposes. It's all done. Being legal doesn't make it right. Райден, I... Так, понятно. Райден уволился, чтобы спасать бездомных детей. Пошел ты нахуй, ему дело. Не, ну я думаю, что механика этой игры не рассчитана на то, чтобы дать мне порулить. Тема, кстати, пантеры вот этой на заднем сиденье вообще не раскрыта. Она ничего, ничем, ничего ни разу не помогла. Странно, они как-то выстрелили. Они взлетным снарядом. Почему-то меня не разорвало, а я просто подлетел. А, он только обстановку разведает, бесполезный сукин сын. Военный киборг, у вас нет разрешения на операцию в этом районе. Вас, вы нарушаете государственный федеральный закон штата. Блять, какой операция? По дороге ехал, мудозвон. А смотрите, это же страйкер. Нет, это хуй какой-то усатый. Угроза сотрудника проводит нарушение сил. Ах, вы пидорасы. Ну давай, попробуй. Всегда мечтал отмесить полицию своей киберкатаной. Уничтожьте киборгов полицейских. Это не киборги полицейские, это пидорги полицейские. Нахуй. Так, вот это у них главный, да? Надо решить их командного центра.
Бля, ебанутая боевка, честно, с ними. Отсос какой-то полный. Она какая-то однокнопочная слишком. И это, блядь, на сложности, да? Ну, прикиньте. Видимо, эта игра славится хороша только драками с боссами, потому что драка с этими членососами у меня вообще что-то не радует. Там снаряд пролетел, серьезно? Блядский ты петух. Так, что-то меня нахуй пиздёхает. Ой, ёб твою мать ещё. Там я нихуя из него не выдрочил аптечку. Я что-то не понял, у него руки же синие, нет? Заебал. Да, стреляй ему в спину. Пизда вонючая, ну как так-то нахуй, ты заебал меня, блядь, пидорас. Что ты нахуй за пиздец? Какого хуя у него каждый удар оглушает, блядь, я не понимаю. Что за ебанина, блядь, вообще? Мистер Молния нарвался, блядь, на мистера Моновца, нахуй. Блядь, ну... Такой качественный отъебос, им вообще посрать, блядь. Ну, где там этот мистер Омоновец, блядь? Принеси мне еще, я стараюсь тебе, блядь. Так, где вот это хуйло с базукой? Он должен быть следующим. Ну я не знаю, как насчет руки. Почему он с некоторых руку отбирает, с некоторых нет. Все, остались ты и я, давай. Сейчас я научу тебя аргентинскому фехтованию. Ах ты, пидорас. Блять. Не, надо сказать, что он тоже ниндзя нихуевый. Я ебу, Алибабу, ты дохнуть будешь, нет? Где там у тебя точка G твоя, блядь? Глубоко запрятали ему эти анальные шарики. Дверь же квартиры World Marshal. Так надо им нахуй машины еще попортить говноедом, блядь. Сука, пусть на... О, еще что ли пачка? Да ладно. Пусть на пусть Дукалис на работу, блядь, на трамвай ездит. Так, минуточку. Вот тут как-то... Вот он их в воздух подбрасывает, а в воздухе ничего им делать не может, потому что у него воздушная импотенция, блядь, походу какая-то. Да нахуй, ёб твою мать. Было бы круто, если бы он у них так яйца отрезал и в руке лопал. Хотя бы только у полиции. Это пиздец, ты посмотри, что делает, а?
Давай, вот это комбо зашло. Сюда, на родину, ёпты, конфисковано. Сука, хотел его по-киржаковски добить. Б? Почему Б-то? Сука, пантера, вот нет бы ты мне в бою помогала, блин. Кусала их там, не знаю, за ноги таскала. Тупая дрянь. Ладно, дальше, я думаю, пойдем в следующей серии. Я хотел уже ее закончить, на самом деле, когда этот уровень только начался, но очень уж хотел этим охуевшим сотрудникам местной полиции пиздюлей раздать. Так что, че жмите, что-нибудь пишите, все такое.